Как рассказывают местные жители, работы по благоустройству в поселке в этом году начались примерно месяц назад. В 2014-м было отремонтировано 20% внутриквартальных проездов, теперь вот пришел черед пешеходных зон и площадок. Вдоль берега местного водоема уже проложены новые дорожки, пешеходную зону затем дополнят скамейками и фонарями. Это у нас площадочка, здесь что-то у нас там, лавки. Да, можно выйти по этой дорожке, по той, кружок сделать, выход на детскую площадку. Соответственно, детская площадка комбинированная. Главе района показывают уже сделанное, его заместитель Константин Бочаров и местный общественный активист Михаил Остренок. Кстати, благоустройство выполняют с учетом просьб жителей. Вот и пруд в скором времени должен пополниться мальками. Разводить здесь рыбу будут, закупив ее у районных предпринимателей. Активно рядом с культурным центром «Дубрава» идут работы по реконструкции детской площадки. А вот волейбольная площадка поменяет свой адрес. Она разместится за зданием амбулатории. Туда уже подведено уличное освещение. Здесь установят спортивные снаряды для воркаута и стол для настольного тенниса. Даже удивительно, что здесь через пару недель будет площадка. Да, такой помойки. Да все будет. Ну что, мы же просто так ничего не обещаем. Когда уже делаем, тогда приходим и говорим, что вот это будет. Видите, уже начали работать. Еще одна детская площадка появится в этом году на улице Парковая между домами номер 17 и 18. Сейчас там активно асфальтируют проезды. В следующем году запланирован ремонт общепоселковой дороги и создание тротуаров. Также заявил глава района Сергей Пахомов, в 2015-м будет капитально отремонтирована местная амбулатория. Татьяна Трушкина, Евгений Половинкин. День города.